секрет. Вчера Филипп Киркоров нам прислал видео. Он действительно, у него проблема с пальцем, опухла нога. Он присылает видео, у него течет кровь, накладывают гипс на большой палец. И он нам записывает видео и говорит: ребят, вы сейчас, вот вы не поверите, я говорю: Филипп, что у тебя за тур? У тебя то одна проблема, то другая, то один скандал, то другой. Он говорит: Ян, я не понимаю, но у меня, ну, у меня практически сломан палец. Вот он мне показывает, нам накладывают ему гипс, кровь идет. И я говорю: ты что, не приедешь? Он говорит: я на одной ноге прискочу. Вы знаете, вот такое отношение наших друзей меня, конечно, радует. И мы не заявляли ни Мари Крамбери, ни Валерию. Это были сюрпризы. Они сами позвонили, сказали: мы хотим, ребята, прийти и вас поздравить. Поэтому очень много сюрпризов. Наверное, потому что мы люди хорошие, умеем дружить. Но я считаю, что то, что сделал Евгений в мире фигурного катания, это, конечно, заслуживает колоссального уважения. И то, что он столько, все ребята подходят и говорят: Яна, он терминатор. Как так можно кататься? Ему 40 лет, он катается, и как бы устает. Всего 40 номеров. 21 бедуинский в мировой истории делает только он. Больше никто. Как это возможно? Как а вот Крамбери...